Бери пакетик с вкусняшками. Да, бери. Пошли в зал. Тряси пакетиком. Тряси пакетиком. Идем сюда. Ой, видишь, Бася как ходит вкусняшки? Да. Да, давай кусай. Ой. Давай ему дадим, иди сюда. Давай, подожди. Подожди. Да. Давай. Давай ему. Ой, упала. Ой, упала. Еще давай, Бася. Ой, что такое, укусил, что ли? Да. Да нет. Он аккуратно всегда, еще. Ой. Давай еще. Щекотно? Да. Видишь, он не кусает. Он никогда за ручки не кусает. Щекотно, да. А потом. Еще, Бась? Еще хочешь? Еще? Да. Давай. Последний раз. Ой, упала. Последний раз, и все, хватит ему. Всем доброе утро. Мы сейчас отвели Даню в сад. Тут, а, вот видно, Эли со мной сидит. И мы сейчас едем, у нас назначена в Уни, в больнице, проверка. И потом поедем закупаться. Вот видишь, поэтому я говорю, что сюда нужен коврик резин. Поедем закупимся и... Что я еще говорила, надо сделать? А, ну может быть посмотрим какой-нибудь другой костюм для Дани. По поводу костюма. Был комментарий, что типа ужасный костюм, срочно его назад. Во-первых, сегодня уже пятница, фашинг будет во вторник, опять хотела сказать в понедельник. И я не знаю, найду я сейчас что-то или нет другое. В общем, посмотрим. Если нет, то пойдет в этом костюме, дырочку я там зашью. И в принципе, Даня его одевал. В принципе, он не такой уж и плохой, выглядит он на нем нормально. То, что на рукаве там, ладно, можно еще потерпеть, терпимо там. Они будут всего лишь в этом костюме часа, ну, три, наверное, четыре. После обеда они их снимут, потому что кто-то из детей там спать пойдет. И потом уже я не думаю, что они будут в костюмах. Поэтому посмотрим, найду я что-то или нет. Смотрите, какой автомат. Что ты сделала? Набираешь свой номер. То есть, когда приезжаешь, здесь тебя регистрируют камеры. И там монетки должны быть. И можно потом вот так вот номер свой задаешь, и он тебе говорит, вы были здесь, вот, надо заплатить 1 евро 80 центов. И можно карточкой платить. Это очень удобно. Когда приезжаешь, ни карточку брать не надо, ничего. А то есть такая мания, либо потерять карточку, либо там, я не знаю, с телефоном рядом положить, чтобы она размагнитила. Так, ну что, одно дело на сегодня сделано. На термин в больницу мы сходили. А теперь мы сейчас приехали к детскому врачу, нужно взять направление. Оказывается, каждый квартал мы теперь должны переносить в больницу направление, так как мы будем каждые 3 месяца ходить туда на контроль. Вот. И каждые вот эти 3 месяца нам нужно будет брать у детского врача направление и с ней ходить на термины в больницу. В общем, веселуха. И, блин, хотела сегодня наконец-то машину помыть, потому что до этого я хотела, но не вышло у меня, когда была хорошая погода. А сегодня, ну, идет дождь, погода не очень хорошая, поэтому, не знаю... Не будем, наверное, ее сегодня мыть. И поедем сейчас в магазин. Нужно закупиться. Насчет костюмов. Всякая фигня осталась. Ну, вообще.
не то, что нужно. Вот, смотрите, нашли мой костюм, тоже Spider-Man. И у него качество точно такое же, тонюсенькое, а стоит 30 евро. Единственное, что у него здесь мускулы вот эти вот. Но там этот, жарко, ну, блин, я не знаю. Но 30 евро, и в итоге тот же самый... Что? Да. Не, ну прикольный, конечно. Ну тут с размерами даже беда. Они огромные. Ну-ка поправь его что-то на тебя. Ну-ка иди сюда. Я не пойму. Ну кривое что ли? Ну, вот тут надо немножко это поправить, потому что оно должно быть вот, ну, собрано. Вот. Ну-ка задом. Ну, в принципе, ничего так. Вот оно. Вот твое платье. О, перфект. Все, берем. И вот так со штанами. Не, оно идеальное. У нас завтра термин, паспорт делать. Мне нужны фотки. А вот, не? А, не, вот паспорта. Что, сначала денежку надо сувать или что? А, тут можно контой платить. Или? Да. Все, спасибо. Пришли перекусить. У меня лапша с курицей, а у Эли лапша и фрюлинцеройн. В общем, такое тесто с капустой. Вот. Так что будем кушать. Сейчас подъехали к садику. И вон Даня ходит. Снял шапку. Положил ее себе вон в карман, она торчит. И ходит без шапки. Он сидит воспитатель и ничего ему не говорит. Тяцочка заявила. Ах, такой говнюша. Ну-ка шапку быстро одень. Где он? Вон он. Эй, тут кусты не видно. Doch, er hat's ihm gerade gesagt. Да, сказал он? Er hat ihm gerade hier so hingezeigt. Doch, doch, er hat's ihm gesagt. Одевает, да. Он там не видно. А, ну тогда молодец. Воспитатель все одел, шапку. Sven ist ein guter Mann. Пока-пока! Эй, йо-йо, мам, жаль! Давай еще. Давай! Дерутся, кто с бабой будет прощаться. Все? Ну, обними бабу еще раз, да, и куси пошли. Все, Зай, хватит. Все, я бабе куси дам. Все, пойдем. Тогда моя мама. А это моя баба. Мама. Это моя мама. Это моя баба и моя мама. Нет, это моя мама. Иди ко мне. Это моя мама. Это твоя баба моя. А это моя дочь, да? Это моя, да? Нет, это моя. Это моя. Нет, моя. Ой, да. Давай вместе. Давай вместе. Давай, Ивай тоже, да? Все. Все, все довольны. Все, пошли. Теперь тут прощаются. А, цветочек они пошли дарить. Он сорвал вот здесь колокольчик. Пошел. Ой, а пахнет как хорошо. Все, ура, ура, мы дома. Ильяс ушел ночевать к другу. Все, камера села, батарейка. Ильяс ушел ночевать к другу, а мы сейчас будем разбирать пакетики. Здесь, в принципе, ничего такого нету. Покажи ему бутылку, которую... Смотри, что мама тебе купила. А кто это? Это
Пау-патрол. Это вот этот. Пау-патрол. Пау-патрол, да. Да. И это пау-патрол. Прикольная такая бутылка, покажи. И это пау-патрол. У тебя везде пау-патрол. Такая бутылка, он с мордочкой. Прикольно. Попробуй. Купила для цветов вот такое вот удобрение жидкое. Посмотрим, потому что некоторые листочки начали как это называется, темнеть, в общем, как такие дырочки на них появляются. Ну, в общем, подкормить его надо. Потом взяли в Woolworth вот такую вот штуку. Здесь написано, что это типа для пиццы, там тесто раскатывать, но это вообще штука удобная, раскатывать тесто. Дальше нашли вот такую вот штуку, всего ОРО 50 стоит в Woolworth. Вот сюда вставляете, ложите, вернее, чеснок. Вот так вот это одевается. Держите его. И покажи. И трете. Да, там сзади терочка. И шикарно. Не надо с ним мучиться. Взяли для торта вот такую вот плата по-немецки, не знаю. В общем, такая тортница. Она крутится, на ней будет и удобно тортики делать, и так, в принципе, резать там. Ну, в общем, прикольно будет. Элли взяла себе тушь. Она сейчас вот этой пользуется от Essence. Она стоит, что там, 3-4 евро, но ей нравится. В общем, говорит, хорошая. Ой. А потом она распечатала себе фотографии. И мы купили ей платье. Данина бутылочка. Это мука. Ну и все, в принципе. Мы столько ходили сегодня, столько были во многих разных магазинах и купили только это. Но платье, конечно, классное. Мне оно прям вообще так понравилось. Оно так на тебе четко так сидит, так. Всю твою фигурку так. Что может соединить маму и дочь постоять вместе? Пупырышки. Уже все пощелкало. Да. Класс. Обожаю эти штуки. Вот, в общем, мы ее собрали. Прикольно. Так вот. Тортик. И так. Хоп. Шикарно.